Привет! Сегодня мы будем коптить рыбу, а точнее это будет свежемороженая скумбрия и свиной почеревок. Рыба у нас уже почищенная, выпотрошенная, помытая. В принципе, все с ней в порядке, только осталось ее засолить. И почеревок свежекупленный на рынке. Вот такой вот красивый. Если вы хотите и любите с мясом, то его нужно выбирать и долго присматриваться к продавцам. Ну, сами разберетесь. Главный ингредиент — это засолка. Засолка у нас готовится, в воду бросаются специи. Это лавровый лист, душистый перец, обычный перец горошком, перчинка одна, потом луковица помытая, нечищенная. И, в принципе, все. И соль. На 10 литров воды 1 килограмм соли. Соответственно, уже рассчитывайте потом объем, который вам нужен. В нашем случае это 15 литров. Соответственно, дальше уже рассчитывайте вы как хотите. У нас здесь 5 килограмм почеревка и где-то 3-4 килограмма скумбрии, думаю. Да, зайчик? 22 штуки. И 22 штуки скумбрии. Они все разные по размеру, так что есть больше, есть меньше. Следующий этап — это просто заливаем этим рассолом нашу рыбу. Рыба должна очень свободно плавать. Ну, как бы, чтобы рассол хорошо впитывался. И в этом рассоле она должна провести 4 часа перед копчением. То есть, после того, как пройдет 4 часа, ее нужно вытащить из рассола и ставить, чтобы вся жидкость ушла из рыбы. Следующий этап – это наш почеревок. Мы весь оставшийся рассол точно так же бросаем. У него время дольше, у него часов 6 нужно, чтобы он хорошо пролежал. Мы его сейчас не режем на порционные куски, это все будет делаться после того, как вода вся уйдет с него. То есть тогда уже можно будет порезать те куски, которые нам подходят. Все. На этом этапе это все. Дальше мы ждем. И завтра с утра будем коптить. Итак, еще раз всем доброе утро. Сегодня мы уже приступаем непосредственно к копчению. У нас уже рыба полежала в рассоле 4 часа. Почеревок наш полежал в рассоле 5 часов. Ну, в принципе, его можно и больше. Он впитает столько, сколько нужно в себя. Главное, чтобы рыба полежала 4 часа. Следующий этап — это нам нужно нашу рыбку обмотать веревочкой или ниточкой, можно плотной, можно не очень плотной, как уже хотите, и делаем это вот так. Так мы поступаем со всей нашей рыбой. Итак, это мы делаем для того, чтобы наша рыба не развалилась, потому что у нас горячее копчение, а рыба очень нежная. Дальше, следующий этап, это нанизываем это все на вот такие крючки. Их можно сделать самим и с проволокой плотной, крепкой. Делать это нужно обязательно за хвост по хребту, чтобы здесь у нас есть жабры, рыба у нас с головой, чтобы не попадала горечь из головы в наше мясо. Вот так. Одну и вторую. Двойные крючки у нас для того, чтобы меньше занимало место в нашей коптилке. Вот так это выглядит. И сейчас мы так поступаем со всей нашей рыбой.
Так, коптилка у нас уже прогретая, она прогревается, там уже все давно горит. Сейчас мы эту рыбу будем засовывать в коптилку. Висит она достаточно хорошо, плотненько, увесисто. Итак, также мы поступаем с нашим почерепком. Единственный момент, его надо, вот кусочек, который вот так вот расплывается, разваливается, его нужно собрать в одно целое и нанизать на крючок. Вот таким же образом, как и нашу рыбу. Так это выглядит. Итак, мы уже все сделали, все, весь почерёвок у нас на крючках. Сейчас мы его добавим к нашей рыбе. То, что оно вместе, это ничего страшного. Других посторонних запахов от друг друга они не получают. Итак, пойдем. Итак, еще раз повторю о том, что коптильня у нас разогретая, здесь уже горят дрова. В нашем случае дрова — это цельный дуб, пестый дуб. Все, мы накрываем крышкой и коптим. Итак, прошло 4 часа, наша рыбка уже готова. Сейчас мы ее достанем. Сейчас это все нужно отнести в прохладное темное место, чтобы оно остыло. Так, прошло у нас 5 часов после того, как мы положили наш почерёвок в коптилку. Сейчас мы будем его доставать. После этого мы его оставляем, чтобы он полностью остыл. Так, еще раз всем привет. У нас уже рыба в нашем случае отстояла где-то приблизительно сутки. Сейчас можно уже ее пробовать. Почерёвок тоже, вот он, в разрезе, готовый, пропёкся, прокоптился, и рыбка. Ну, рыбка, единственный нюанс, она плохо режется, но вкус просто невероятный. Это самая вкусная рыба, которую вы не купите никогда в магазине. Хотя бы раз попробуйте это сделать дома или попытайтесь это сделать где-то у друзей на даче или еще где-нибудь, и вы больше никогда не захотите это покупать в магазине. Всем приятного аппетита и всем пока!